Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні 14 вересня, четвер. Це традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світоном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Після вчорашнього удару по базі «Ремонтнік» в Криму, в Севастополі, є вже деталі, пане Романе. Точно відомо, що ми влучили в десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону». Каже Sky News, що ми використовували ракети Storm Shadow. Возможно, і Storm Shadow, і Scalp, і Нептун воздушного базування, наземного базування, і навіть некоторі модифікації ракети той же Harm. Тобто спектр большой, но уже точно как-нибудь підтвердить наш Генштаб, якщо це буде возможно, ну или росіяни. А после того, как разгребут завалы после уничтожения этих двух кораблей, они также могут как-то подтвердить, потому что то точно, если это будет Storm Shadow, они в эфир это на 100% выложат. Потому у нас спектр ракет до полдесятка есть, который может это сделать. Главное, что сделали. Основное – это то, что мы смогли подойти на дальность пуска ближе к западному побережью Крыма и выполнить такую точную атаку. А дальше уже посмотрим. Я так понимаю, что будет каждый день, каждую ночь, можно так сказать, будут атаки на Крым. Это уже поставлено на поток. Механизм разный. Ракетные атаки, атаки беспилотниками, воздушными беспилотниками, надводными. То есть уже запустилась такая машина производства наших средств поражения дальних. Війна триває. Наші воїни повинні бути забезпечені усім необхідним на фронті. Спочатку повномасштабного вторгнення команда території твоєї техніки активно допомагає Збройним силам України. Проте разом ми можемо більше. Наразі їх мета – 50 ударних дронів. Долучитись до збору дуже просто. В розрібних точках та в інтернет-магазині ttt.ua можна зустріти товари з особливою позначкою, зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка гвардії наступу «Буревій». 200 гривень з кожної вашої покупки такого товару йде на закупівлю ударних дронів. І нехай «Буревій» перетворить окупанта на гній. Збір триватиме увесь вересень. Давайте наближати перемогу разом. Ну, власне, так. Те, що ви кажете, пане Романе, що кожен день буде вибухати, є в нас повідомлення, в Євпаторії прилетіло 16 безпілотників. У нас є і фото, і відео. Щось там потужно горіло. Ось бачимо. В Євпаторії знаходиться одне з підрозділень полка радіотехнічної розвідки російської, якраз от ця воїнська частина, которая в районе Евпатории, туда и были направлены беспилотники, так как там, во-первых, большие системы, ну, то есть серьезные системы радиотехнического слежения и склады боеприпасов. Кстати, как раз была детонация в том числе, потому, скорее всего, беспилотники выполнили свою боевую задачу, прошли и уничтожили. И вот такие полки и их подразделения, они разбросаны по всему западному и юго-западному побережью Крыма. И это сейчас такая первоочередная цель для того, чтобы ослепить российские войска в Крыму, ну а дальше наносить удары там больше 150 военных объектов стационарных, включая тот же Крымский мост. Ну, до речі, пане Романе, Євпаторія – це зовсім недалеко відносно так до Оленівки, де ми ще кілька тижнів тому били також радіолокаційні станції і начебто навіть комплекс, який стріляє оніксами. Я так розумію, що ми повністю, ну, як казав Богдан, не вогневий контроль, але знаємо точно, де що розташовано в росіян і знаємо, коли і як бити. У нас работает разведка, партизаны, неравнодушные жители Крыма, которые ждут освобождения от российской империи, то есть и эта поддержка, это целые указания, иногда подтверждение, оно дает результаты, и вот как только у нас появляются средства дальнего поражения, мы их сразу используем по тем целям, которые предоставляют нам и местные жители, партизаны, еще раз повторюсь, крымские, и наши партнеры. Есть определенное количество
информации, которая заходит от стран НАТО, от разведсообщества, которое объединил Рамштайн. То есть используется комплексно разведка до разведка, корректировка и выполняются боевые задачи. Еще раз повторюсь, это не последние, это только это еще даже не серьезные атаки, как таковые, только начало, проба пера, так называемая. После того, как будут обучены экипажи, после того, как будут уже проложены маршруты или уничтожено большее количество средств слежения, в атаке увеличатся и мощность атак будет увеличена. Пане Романе, по Криму ще є за останні 24 години влучання. Ось повідомляють джерела, що між трасами логістичними от від через Сімферополь на Джанкой і з Джанкої на Керч, от в цьому районі десь є уютне і молочне, і там розташовувалась база ППО росіяни. От є фотознімок, що саме в базу ППО нам також вдалося влучити. Это вот в продолжение того, что я говорю. То есть сначала надо ослепить противника и дальше его уничтожать. Вот первоочередная задача сейчас, вот эти волны, которые мы видим, слышим, это удары как раз по глазам, по ушам противника. А вот после этого уже будут наноситься серьезные удары по объектам, стационарным объектам и уже ракетами, которые... Ну, во-первых, их у нас немного, почему и надо сначала ослепить противника, чтобы они не смогли их сбивать. И Штормшеду, и Скалпы, и те же Громы, которые у нас есть, и те же Нептуны, они все-таки на учете каждой ракеты, и потому надо обеспечить 100% проход и попадание ракеты в точку удара. То есть сейчас идет, я бы так сказал, зачистка Крыма от систем слежения. Пане Романе, якщо говорити далі про влучання по Севастополю і по цьому порту, так, ремонтному, от Інститут вивчення війни каже, що мало того, що ці кораблі вже абсолютно не десантні, так, Мінськ і підводна лодка, абсолютно не придатні до ремонту, так ще і ця бухта, де ремонтують або обслуговують Чорноморський флот, також довший час не буде працювати. Ну, они теперь пока эти корабли либо не оттянут, либо не порежут, а резать корабль можно год целый и не выполнить, особенно подводную лодку. То есть эта бухта будет закрыта, по крайней мере, сухой док этот будет закрыт, и часть производственных мощностей выпадет из производственного цикла этого завода. Но я думаю, что россияне уже там ничего ремонтировать не будут. Понимая, что туда может в любой момент прийти Storm Shadow, допустим, или Нептун, или Гарпун, они либо перебросят, либо переведут сроки ремонтов, либо будут перебрасывать на другие верфи заводы, либо просто уводить корабли из Черного моря, выводить их и пытаться уже перебрасывать на другие флоти, то есть в другое место дислокации. Якщо говорити про атаки по Україні, сьогодні вночі знову ж таки запустили росіяни шахеди, летіли на Дніпропетровщину. Більшу кількість вдалося збити. 22 шахеда було запущено несколькими волнами з трьох точок. Вони вже почали працювати з Курської області, з миса Чауда і з Єйська. То есть с трех точек по трем направлениям перехватили, 17 шахедов было уничтожено, но 5 шахедов все-таки прошли и нанесли поражение. Какие, чуть позже, я думаю, Генштаб доложит в этом смысле. Потому надо очень быть аккуратным. Даже если это шахедная атака, шахед это все-таки 40 килограмм взрывчатки, может принести большую беду. До речі, не лише Росія б'є безпілотниками по нашій території, але ми намагаємося відповідати. І от цієї ночі також летіло на північ, в Брянськ і інші області, пане Роман. Брянськ, Курськ, Бєлгородська область. Ці три області, там розположено велике кількість воєнних об'єктів, легальних воєнних цілей, звісно, не будуть уничтожатися. Особливо Брянська, Курська, там аеродроми. В Белгородской чуть поменьше, Ростовская, Воронежская, там тоже аэродромы, но там чуть дальше
расстояние. А вот Курская и Брянская область на дальность 150 километров прямого управления, где-то такая дальность прямого радиоуправления беспилотниками, у нас их уже достаточное количество. Сейчас будем не только Крым, а и прилегающие к границе области пытаться зачистить, опять же, от сначала систем слежения, которые расположены, ну, в основном на аэродромах, то есть те же зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции, они по штатному расписанию должны быть на аэродромах, но они пытаются ими же и прикрывать западную часть России. То есть будем уничтожать эти ПВО, это ПВО российское, а потом дальше организовывать волны уже вглубь России, так как вот эту первую линию надо пройти, ее лучше в этом смысле уничтожить, а потом уже там оперативный простор, можно так сказать. У россиян не хватает зенитно-ракетных комплексов, чтобы перекрыть в несколько слоев, перекрыть границу. Пане Романе, відомо, що Кім Чен Ін зустрівся з Путіним на космодромі далеко від Москви, 9 тисяч кілометрів. Офіційно начебто вони нічого не підписували по постачанню боєснарядів, але керівник головного управління розвідки Кирил Буданов каже наступне, що вже як мінімум півтора місяці Корея передає Росії 122 міліметр, 152 міліметр снаряди до танків і до систем залпового вогню «Град». Корейцы передают с прошлого года, по крайней мере, наши бойцы неоднократно в эфир выходили с этой информацией. То есть и мины видели корейские, и снаряды после того, как погребки захватывали, и снаряды. То есть Корея работает вместе с Китаем с прошлого года, где-то с весны, лета прошлого года, как только у россиян. Россияне исчерпали основной запас своих снарядов, а это где-то летом произошло. То есть они готовились максимум там на 3-4 месяца интенсивной работы. Потому и корейцы уже с прошлого года это все поставляют, а уже в больших количествах, да, в больших количествах уже месяцев, ну вот с лета, с середины лета корейцы начали поставлять. А то, что скорее то, что пригласили Путина в Корею, скорее всего, все-таки не договорились. Не договорились по разным позициям, то есть не договорились о либо сроках, либо номенклатуре обмена или закупки. И следующий вот такой визит Путина в Корею, он может быть, кстати, таким отсечным, потому что Путин может побояться ехать в Северную Корею. Такое приглашение на отказ. И это возможно. Потому там не все так безоблачно, как кажется россиянам по Северной Корее. Ну а сами поставки были, есть и будут. Малые партии, они могут закупаться, они могут перекупаться. То есть, по большому счету, Северная Корея участвует вместе с Китаем, Ираном, Белоруссией, оккупационным режимом Белоруссии и России участвует в войне против Украины. Пане Романе, от власне постачання Північної Кореї, як ви вважаєте, чи це є з благословення Китаю? Тобто, якби Китай не дав добро, чи могла б Корея передавати? І наступне, а чи може щось якісно змінитися на фронті через постачання Північної Кореї боєприпасів Росії? Само существование Северной Кореи только с благословения Китая происходит. Поэтому все, что происходит в Северной Корее, за этим всем торчат уши Си Цзиньпиня Китая. И, естественно, и эта сделка в том числе, которая сейчас будет проходить, это тоже под управлением Китая и под китайским замещением тех боеприпасов, которые передаются России. Китайцы, получается, Северная Корея, северокорейцы передают россиянам боеприпасы старые советские и своего производства корейского, а китайцы замещают количество переданных в России боеприпасов своими, потому у Кореи сейчас три типа боеприпасов: старые советские своего производства, северокорейского и китайского. И Китай однозначно во всей этой сделке участвует и подвиг, скорее всего, Ким Чен Ина разными методами для выполнения этой задачи. Ну, посмотрим, что из этого получится, потому что сейчас максимально к этой сделке приковано внимание общественности международной, ну, естественно, Соединенных Штатов, которые
принципе, как только будет какая-то 100% достоверная информация по подписанию договоров, включит механизм, механизм санкционный, причем, я думаю, протащат его через ООН, то есть это будут такие всеобъемлющие санкции, и здесь они могут и Китай затронуть, в том числе, если будет доказано его участие в такого рода сделках или в подготовке, или в компенсаторных механизмах по восстановлению. Ну а то, что Северная Корея может передать России, россиянам где-то до 2 миллионов снарядов, это примерно по году, это примерно такое же количество снарядов, которое производит сама Россия, так как не хватает россиянам снарядов для удержания в 1200 километров фронта, им надо принимать решение либо его сокращать раза в 2-3, либо где-то хотя бы такое же количество снарядов добрать. Вот один из механизмов – это Северная Корея. Якщо говорити по фронту, пане Романе, у нас є підтвердження фотознімок того, як ми вдарили по базуванню ворога в Новій Каховці. І диміло знатно, видно, що влучили реально в якийсь склад боєприпасів. От саме зараз ми з вами про це регулярно говоримо. Як ви вважаєте, чи готовий лівий берег після підриву 6 червня Каховської дамби бути новим плацдаром для розгортання повномасштабних військових дій? Вже где-то місяць-полтора почва лівого берега, в принципі, без проблем прийме большое количество техніки тяжелої. Тобто вода сошла, все вирівнялось, наоборот, даже упав уровень Дніпра, тобто по большому счету готовність є вже в течение более чем месяца. Но, скорее всего, форсирование Дніпра, оно будет завязано на прорывы наших войск на Запорожском или Донецком фронтах. Так как оптимально растягивать войска противника по фронту, чем шире, тем лучше. Вот у нас сейчас фронт растянут от Кинбургской косы и до Купенска. Это примерно 1200 километров. То есть чем дальше мы их растянем по фронту, тем тоньше будет вдоль линии фронта плотность войск противника, меньше. Ну, естественно, как только где-то будет на нашей разведкой вычислено место, где может фронт быстро прорваться, туда и пойдут наши силы на прорыв. Потому что в любой точке фронта, в принципе, можно выполнять боевую задачу. Опять же, начиная с Кинбургской косы форсировать и дальше двигаться в сторону Армянска. И заканчивая тем же Купянском, даже можно двигаться на те же Валуки. Все будет зависеть как раз от действий противника, от их готовности удерживать наши войска. Времени у нас где-то еще месяц-полтора есть окно возможностей для выполнения такого рода задач. У нас осталось больше половины стратегических резервов, которые готовы выполнить прорывы, выполнить стратегическую задачу этого года. Потому надо набраться терпения гражданскому обществу и подождать действий нашого генштабу, действий вооруженных сил України. Пане Романе, також інформація от Болгарії. Зараз навчання до кінця вересня росіяни проводять в Чорному морі, і вони частково закрили економічну частину Чорного моря для Болгарії. І Болгарія, от в особі їхнього прем'єр-міністра, зараз говорить Тодора Тагараєва, проводять консультації з НАТО, як на цю провокацію реагувати. Ми бачимо, що Росія збільшує обороти провокацій. Це регулярні падіння частинок шахедів на території Румунії, тепер от блокада економічної частини Чорного моря Болгарії. До чого це все може призвести, як ви гадаєте? Це росіяни ескалірують ситуацію для того, щоб їх вернули в зернову сделку. Вони зараз просяться, щоб вернутися, але вернутися ж треба так, щоб можна було щось і для себе поїміти з цього возвращення. Тобто підключення к свіфту, связывание рук нашим вооруженным силам, военно-морскому флоту, спецслужбам, для того, чтобы они не топили, не уничтожали российские корабли и не работали по портам черноморским, российским. Это большой бич для россиян, они прекрасно понимают. Сейчас будут опять включать максимальные механизмы для того, чтобы вернуться в эту сделку, но опять же подключение к свифту и работа по Черному морю, а это нам однозначно не выгодно. И вот они сейчас разными путями пытаются надавить на Евросоюз,
на страны НАТО, включая ту же Болгарию, то есть расширяют зоны проведения учений, естественно, давят на экономическое пространство стран НАТО. Ну а в Болгарии там такая неоднозначная ситуация по правительству и президенту. Правительство еще более-менее проевропейское, а с президентами, как всегда, Марокко. Они, президенты в этих странах, иногда такие пророссийские, вот от Болгарии до той же чуть ли не Германии. То есть есть некоторые моменты людей, которые выбираются вот точечно, те же президенты, это не какая-то фигура компромиссная, то есть они могут точечно выбираться, скорее всего, россияне успевают, мягко скажем, заангажировать вот так. И вот такие дуальные иногда проблемы в каждой стране, они создают проблемы для всей страны. То есть пример про европейский, а президент про российский. Ну и так далее, где-то с десяток стран европейских, особенно бывшего соцлагеря, это вот такая беда есть. Еще, по крайней мере, не изжито. Пане Романе, що говорити по фронту? Продовжуємо працювати на Оріхівському напрямку, в Ремівському напрямку, але найважливіше, напевне, зараз в ситуації просування – це як Кліщівка-Андріївка, про що ми з вами говорили вже. Суть в чому, що Кліщівку фактично ми вибили ворога з цього населеного пункту і з висот навколо ще раніше. Андріївка на підході, і що кажуть в Генштабі і бійці на місці, що цілком ймовірно, що найближчим часом окупантам доведеться покинути Бахмут. Інакше вони повністю будуть там ліквідовані. Эта ситуация уже несколько месяцев. Мы ею пользуемся, с одной стороны. Дело в том, что у нас хорошие позиции по уничтожению врага. На этом полигоне, можно даже так сказать, россияне уничтожили Бахмут, срыли с лица земли его. Естественно, им там уже прятаться толком негде. А это низина. Бахмут – низина. И наши батареи, которые на высотах стоят, как в тире расстреливают россиян. Они не передвигаться не могут, не зайти, не выйти. Потому пока они там находятся, пока мы их там уничтожаем, то есть для нас эта ситуация, в принципе, нормальная, даже искомая, я бы так сказал, с одной стороны, потому что первая задача любой армии – уничтожение противника. Противник сам подходит на рубеж уничтожения. Потому чем дольше она будет продолжаться, тем хуже самим же россиянам. И вот понимая это в том числе, они ушли. Такая же ситуация была и в Андреевке, и в Клещеевке. Те же высоты, те же низины, гарнизоны в низинах. Потому по такому же принципу и методу будем выдавливать россиян из Бахмута. Естественно, раз они приняли решение уходить с Клещеевки, из Андреевки выходят, они также примут решение, когда уже надоест погибать пачками, примут решение уходить из Бахмута. Опять же, у них это может просто не получиться. Потому что выйти из Бахмута так же невозможно, как и зайти сейчас на данный момент без контроля нашей артиллерии. Потому вопрос такой, что все, кто там находится, это будут просто расстрельные команды, то есть они будут уничтожены. А чи правильно я, пане Романе, розумію, що політичне рішення залишитись в Бахмуті Росія, Кремль віддав, але з військової точки зору операція в Бахмуті на даний момент це є тотальний провал для росіян? Росіян в Бахмут, в этот капкан інформаційний затягнув своє время Пригожин, ЧВК «Вагнер». Тобто вони год 30 кілометрів йшли, угробили до сотні тисяч росіян. И дальше затянули в Бахмут российскую армию, бросили их там, сами убежали, а российская армия, попав в такой информационный капкан, так как выйти, уйти теперь из Бахмута, для них это репутационные потери, примерно такие же, как уйти в свое время из правого берега Днепра. Примерно одинаковые. Это надо готовить общество российское для того, чтобы они это проглотили. А это очень сложно. Почему и был стерт, скорее всего, ЧВК «Вагнер» и Пригожин, в том числе с информационного поля, как раз для того, чтобы подзабылся Бахмут, подзабылась эта российская беда, можно так сказать, для них. И можно было, так как эмоции где-то держатся в течение полугода, то есть где-то через полгода можно было так тихо-тихо отползти от Бахмута и сказать, что вообще мы там не хотели туда даже ходить, никто за него не помнит.
так как надо чем-то перекрывать. И вот для россиян в этом смысле нужно время. Они просто тянут время, пока забудется тема Бахмута, как таковая, связанная с Пригожиным, и выполнить этот маневр наступления назад. Так называемое отрицательное наступление, они так иногда говорят. Пане Романе, по північно-східному напрямку, Куп'янсько-Лиманському, от вже пройшло достатньо часу з моменту, як росіяни зібрали величезну кількість живої сили, техніки, артилерії, авіація працювала. Чи ми можемо зараз оцінювати, і зважаючи на те, що в районі Креміної, з Креміної, вони перекидають якісь підрозділи на запорізький напрямок, чи ми можемо вже підсумувати, проаналізувавши ситуацію, що задум росіян взяти Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий і просунутися до річки водосховища Жеребець, ну, не провалився, але цілі поставлені, не виконані? Ну, здесь несколько участков этого фронта, причем они такие разнополярные. Почему они, допустим, сейчас выводят личный состав в районе Кременной и перебрасывают на Запорожье? Освобождается личный состав. Он просто освобождается, так как та задача, которая была поставлена несколько месяцев назад, выйти на Торск и продвинуться дальше к Лиману, не выполнена россиянами. Здесь она полностью провалилась. Этот выступ Торский, так называемый, вот он хорошо виден, движение на Торске. Торский выступ сейчас уничтожается нашей артиллерией, зачищается нашими войсками. То есть его не будет в ближайшее время. Естественно, раз нет возможности двигаться, россияне это уже поняли, они уже с этим смирились, они будут оттягиваться обратно к Кременной, в Кременские леса, прятаться туда, по крайней мере, в ближайшее время. А значит, резервы просто не нужны для наступательных операций. Они их сейчас перебрасывают на запорожское направление, в основном в район Времевского выступа. Так как у них там сейчас опять проблемы такие же, как были недавно в районе Новомайорского и Новодонецкого, только чуть западнее. Угу. Да, мы срезаем восточный и западный край этого Временского выступа, выравниваем фронт. И вот россиянам там не хватает сил средств. И вот они из-под Кременной перебрасывают примерно в это направление. Уже будут однозначно видно, что в районе Кременной они наступательных действий в ближайшее время вести точно не будут, будут переходить к обороне. А вот наступательные действия еще готовятся в районе Купянска. То есть идет накапливание сил средств россиян. В основном на линии Валуйки-Купянск, то есть вот в этих так, километров 80 расстояния, там сосредоточено уже достаточно большое количество сил, средств противника, техники. То есть в ближайшее время, я думаю, они развернут такую не масштабную, масштабную у них просто не получается, но точечные атаки развернут, и в ближайшее время придется их там успокаивать. Там достаточное количество сил, средств украинских войск, артиллерии, неплохие карты минных полей, которые мы тоже за 9 месяцев, мы же 9 месяцев не грибы собирали. Мы собирали, само собой, дело святое, но выполняли задачи по укреплению этого направления, потому там достаточное количество минных полей, пристреляны все танкоопасные направления, проведены инженерно-технические работы, там достаточно бетона залито, и там, где можно, прорыты определенные рвы, то есть противотанковые. Есть механизмы обороны, и туда сейчас уже ходят наша авиация, то есть и вертолеты, и самолеты поддерживают нашу пехоту в обороне. Потому, да, в ближайшее время, я думаю, россияне начнут двигаться опять на Купянск. Но удар будет, ответный удар будет такой серьезный. Если хватит сил средств, я думаю, мы их еще и отодвинем в сторону Валуї. Пане Романе, от цікаво, що російська пропаганда запустила черговий фейк. Начебто Залужний, Сирський, Марченко, Шапталай, Кім збирають зараз підписи на розпуск Верховної Ради. Ну, раніше ми з вами говорили, раніше вони ліквідовували Залужного, Буданова. Зараз, я так розумію, російська пропаганда хоче розколоти військових і політиків в Україні?
Ну, военные не будут лезть в политику, абсолютно, то есть это не военное дело, ни один военный в политике, во-первых, военные политики себя очень неуютно чувствуют, так как не привыкли так врать, как врут политики, то есть надо на ходу придумывать и что-то лепить, а военные немножко в этом смысле больше такие прямые люди, и для них это некомфортно. Это раз. Во-вторых, во время боевых действий военные ну точно не будут раскачивать внутриполитическую обстановку. Это просто исключено. Потому что любому военному это понятно, что единством сильна Украина. Единством, и как раз для военных это очень важно, потому что это единство дает им возможность выполнять боевые задачи. Потому это так, из разряда каких-то ИПСО, может быть, российских, ну, не более того. Не обращайте внимания. Это то, чего не может быть. Не военные точно. Если кто-то и будет собирать подписи за роспуск Верховной Рады, так это будут точно не военные. Это политики. Политики, да, они сейчас начали какую-то предвыборную кампанию, политические партии, которые уже скатились в маргинал, полный маргинез, вот пытаются как-то угробить ситуацию внутри страны, на психологическую мотивацию, то есть в последнее время вот это видно и слышно как раз в информационном потоке, идет такой негатив по плохим нашим делам, так сказать, на линии фронта. Но у нас нормально, у нас нормальная динамика, мы везде движемся, ждем сейчас, пока истончится линия фронта, пока россияне уже поплыли. То есть весь этот процесс, он запущен, работает. Мы выполняем задачи, везде положительная динамика. Мы последние полгода везде наступаем. И враг теряет очень много людей. Вот сегодня больше 600, за сутки больше 600 человек потерял. 15 танков, 18 ББМ, 43 установки артиллерийских. Ну, это вот эти показатели, это и есть наше движение на уничтожение врага. Потому у нас все нормально, вот политики, опять же, политические партии, это вот либо политики, либо политические партии, которые, вот они могут раскачивать ситуацию. Потому если уже россияне на куда-то там намекают, так это точно не военно. И ищите среди политиков, это у них, и им нечем заняться, по крайней мере, пока. Пане Романе, ще на завершення запитання. От міністр оборони Німеччини Пісторіус каже наступне, що, ну от ми завжди ж говоримо з німцями про ракети «Таурус». І він каже наступне, що Україні зараз більше потрібні ППО, ніж ракети «Таурус». Вам не здається, що таким чином Пісторіус намагається змішати котлети і мухи, тобто два питання, які між собою не є зовсім з'єднані? Да, это разные вещи. То есть ПВО, противовоздушная оборона, это все-таки зенитно-ракетные комплексы, которые выполняют задачу уничтожения летающих объектов врага. А Таурусы, это как раз эти объекты есть, только в ту сторону называются. Потому он скорее всего, не совсем понимает, какие ракеты бывают и противоракетная оборона. Но, скорее всего, это какая-то попытка отмазать ту паузу, которая пока создалась до решения вопроса по передаче Таурусов. Таурусы у нас будут. Таурусы у нас будут, скорее всего, параллельно с поставкой или принятием решения по Атакамсам. Вот давайте дождемся Рамштайна. Я так думаю, на Рамштайне, который в ближайшее время будет, на Рамштайне мы услышим, ну я, по крайней мере, на это надеюсь, услышим и по передаче принятие решения по передаче Таурусов и Атакамсов одновременно, и ракет М-26, то есть кассетных боеприпасов. Нам надо к Хаймерсам кассетники, Нурсы, неуправляемые реактивные снаряды. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 14 вересня, четвер. Не забувайте обов'язково коментувати, ставити лайки, підписуватись і поширювати розмову. Тому що кожен з нас, я повторюсь, зобов'язаний знати, що відбувається на фронті. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.